В Люберцах продолжается ремонт многоквартирных домов. Глава округа Владимир Волков проверил ход работ на улице Лорха, 10 в поселке Коренево. Подробнее в репортаже моих коллег. Многоквартирный дом номер 10 на улице Лорха заселили в 2008-м. Но из-за недобросовестной работы застройщика спустя несколько лет на фасаде 17-этажного здания начала отваливаться кирпичная кладка. В 2021 году МКД признали аварийным и досрочно внесли в региональную программу капитального ремонта. Сейчас подрядная организация производит полную реставрацию внешних стен, а ход работы под контролем властей. У меня за спиной дом, который ремонтируется уже по программе капитального ремонта в течение 3 лет. Конечно, в течение этих лет были доставлены неудобства нашим жителям, но для того, чтобы исправить ошибки застройщика при строительстве этого дома, необходимо было провести дополнительное обследование, внести корректировки в проект. И в данный момент дом подходит к завершающей стадии. Принесены новые, очень современные материалы. Это клинкерный кирпич, это вентилируемый фасад. Все сделано очень качественно. На сегодняшний день уже выполнены работы по утеплению фасада, усилению металлического каркаса и заделаны все трещины. Ежедневно на объекте работает 53 человека. Первые 4 этажа в клинкерном кирпиче. А остальные с 5 по 18, первый, второй подъезд, это будет резотилоцементная плита на вентилируемом фасаде. Здесь стабильно присутствует управление технического надзора за проведением работ. Есть строительный надзор, ведется от организации, которая запроектировала. Однозначно должно быть гораздо лучше, чем было. Реставрация дома выполнена на 75%. Все строительные работы планируют завершить в декабре этого года. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Артем Морозов. Телеканал ЛТВ.